У каждого из великой тройки – Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович – есть турнир, который покоряется ему не сразу или со скрипом. У швейцарца это Ролан Гаррос, у испанца – Австралиан Оупен, а у серба – открытый чемпионат США. Но ведь здесь он побеждал гораздо чаще, чем в Париже. Три титула против одного. Это правда. Но давай разберем отношения Ноли и Нью-Йорка по полочкам. Из трех своих первых финалов на шлемах Джокович проиграл два. И оба здесь. В 2011-м американский турнир, наконец, капитулировал перед сербом. В финале был повержен Надаль. Но из последующих пяти решающих встреч на US Open Новак выиграл лишь две. Как итог, три титула из восьми. Будь он здесь чуть продуктивней, и сейчас был бы практически вровень с Федерером по количеству побед на гранд-слэмах. Согласна, статистика не очень. Но в теннисной истории есть неудачи и покрупнее. Например, Энди Маррей не выиграл ни одного из пяти финалов в Мельбурне. Там, кстати, в четырех случаях как раз Джокович постарался. Так что где-то обуло, а где-то прибыло.